Очередной день, который является и самым долгожданным для всех участников нашего шоу, и самым ненавистным, поскольку все его боятся, вдруг набрала. Но мы все-таки не можем отойти от него. Очередное взвешивание. Приветствую вас, друзья мои. Давайте друг друга аплодисментами по привычке. Но прежде чем мы начнем это взвешивание, я бы хотел сообщить о том, что у нас на проекте появились еще двое персонажей, назовем их так. К счастью моему личному, это разнополые существа. Наконец-то у нас еще один мужчина появляется на проекте, поэтому встречайте. Вероника, Андрей, проходите к нам. Здрасте. Занимайте сразу свои места в рядах худеющих. Ну и сегодня заодно мы узнаем, сколько на данный момент, так сказать, на начало проекта вы весите. Но начнем мы, естественно, со старичков, с тех, кто старается уже на протяжении, Лен, если мне память не изменяет, сколько месяцев уже? Два с половиной месяца. Лена у нас пока рекордсмен наших, собственно, взвешиваний. С тебя и начнем. Прошу, давай. На начало проекта Елена весила 118 килограммов. Сейчас вес Елены 96 700. 96 700, это хорошо. Можно поаплодировать, друзья мои, поскольку Елена Бабийчук за эту неделю избавилась от 300 граммов. С самого начала проекта она потеряла 21 килограмм и 300 граммов. Мы переходим к рекордсменше, второй по собственно, рекордам, Татьяна Клычникова. Татьяна с начала проекта сбросила уже 10 килограмм, а весила она у нас 159 килограммов. 148 200. Татьяна Клычникова за эту неделю потеряла 800 граммов. С начала проекта 10 килограмм и 800 граммов. Анатоль Петрович Сальников. Анатолий Петрович тоже молодец, у нас на начало проекта весил 111 килограммов. По последнему взвешиванию весы показали 104 килограмма и 300 граммов. Нормальный результат? Ну, сейчас посмотрим. Ну, давайте посмотрим. Давайте. Да ладно! 100 ровно! Анатолий Сальников за эту неделю стал рекордсменом, сбросив 4 килограмма и 300 граммов. С начала проекта он потерял 11 килограммов. А на начало проекта Вероника Куленко весит 114 килограммов, 600 граммов. Вероника Куленко, наш новичок, на данный момент весит 114 килограммов, 600 граммов. Хорошо, хорошо, 114. 600. Андрей, давайте посмотрим, сколько весите вы. Андрей Наумов на начало проекта весит 101 килограмм 700 граммов. Андрей Наумов, вес этого новичка составляет 101 килограмм 700 граммов. Роберт, попрошу тебя подержать. Держи. Сколько я весил там на начало проекта? 94 200. Я сейчас все сниму с себя. 94 200, да, было? Кило 200 ушло. Ну ладно, пускай микрофон висит. Да, поехали. Не подведи меня, не подведи. Ну, 93 ровно. Ничего не сбросил? Вообще ни грамма не сбросил ведущий. Вы представляете? Нет, смотрите, тут самое хорошее в том, что я же не набрал. Этому можно уже поаплодировать, друзья мои. Поддержите меня. Я бы сказал, что постоянство – это признак мастерства. Ну что, друзья мои, я могу сообщить вам только одну вещь. Андрей у нас очень скоро будет заселяться и будет жить в Анкоре. То есть Татьяна с вами и с вами Анатолий Петрович. Ну а Вероника у нас будет приходящей, то есть в составе группы Бабийчук и Филина. Поэтому я думаю, у вас все получится. Да, я думаю, у вас все получится. Я вас поздравляю с теми результатами, которые у нас есть на данный момент. И, как всегда говорю, не останавливаться на достигнутом, у нас все получится. Все, спасибо всем, удачи вам, друзья мои, и до встречи. Пока. Партнер проекта – лечебно-диагностический центр «Анкор».
Медосмотр – это просто. Поликлиника «Анкор» предлагает все виды медосмотров и оформления санитарных книжек. Быстро, удобно, по доступным ценам. Заключаются договоры на обслуживание организации. Вас ждут по адресу улица Трудовая, 19. Компания «Стелс», ведущий поставщик услуг на рынке систем безопасности Амурской области, предлагает проектирование, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения. «Стелс» – ваша невидимая защита. Благовещенск, Артиллерийская, 17, телефон 519-777. Лето в салоне женской одежды «Каприз». Веселое джинсовое лето в салоне женской одежды «Каприз». «Каприз» всегда на бис. «Каприз»